Доброе утречко. Быстренько. 10 минут у нас осталось. Всем привет. Мам. Открываем календарь. Вот это? Ну, да. Да, какой сегодня день? Угу. Сегодня 9-е? Макс, у тебя через 4 дня день рождения? Через 4 дня. Опять какой-то там корабль. Это не корабль. Что-то другое. Что-то другое? Давайте у нас 10 минут. И выходим. Это я ванна. Бомбочка. Да? Вот она. Голубенькая бомбочка для ванны. Да. Пойдешь купаться, потом ее в ванну бросишь и все. Мама, у меня блестящая. А, первая у тебя была блестящая. Может быть, она даже светится в темноте. Надо зарядить. Угу. Ну все. Маргоша уже ушла. Убежала. Так что открывайте, там будет потом. Что-то вчера почти всю ночь шел снег. И особо, знаешь, не насыпала. Мама, ты через 3 дня будешь открывать. Я через 3 дня, да, буду открывать 12 числа. Угу. Так, эти хулиганят опять. Пока. Пока, Каролин. Она за ноги. Ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Начинается все. Ждет, а потом кидается на него. Опа! Время 10 часов. Ой, 10. У него часы неправильно. 9. Я уже испугалась. Я же думала, как так? Не может быть. Заехали, заправились, взяли кофе. Лео взял себе что-то такое. Какую-то булочку. А я суши. Вот такая вот у нас машина. Она забитая полностью. Сколько? О, 10 франков. 10 франков за стулья, за то, что мы их выбросили. Здесь тоже очень часто отдают мебель бесплатно, либо продают, либо отдают бесплатно, лишь бы не платить за то, что они, допустим, выбросят ее. Но просто у нас уже стулья были в таком состоянии, что мы даже никому их и бесплатно не отдадим, поэтому мы их выбросили. А так, в принципе, очень много можно найти бесплатной мебели. Наконец-то Ксюша принесла толстовку. Ты хоть надень ее, на тебе посмотрю. Прикольно. Ну, это твой размер, да? Угу. Как это белая или толстовка белая? Не белая, это. Угу. А это зеленая. Угу. Материал плотненький. Напортачила. Ну, ничего страшного. Он чуть вылезет. Ну, так все хорошо. Это я купила вам подушки. Вам декорировать же будете? Угу. Кому какую, я не знаю, какую хотите. Ну, то есть... Белая с оленем и вот здесь вот с снеговичком. Baby, it's cold outside. It's cold outside. Эти дырки чуть-чуть поменьше. А, ну да. И тут оно такое маленькое. Там угу. Других... Ну, капюшон надел. Молодец, для первого раза вообще супер. Молодец. Надо постирать, она сказала. Молодец. Стильно получилось. Сама выбирала цвет? Да, все сама. Молодец. Я сказала ей все равно какую. Если хочешь, можешь выбрать. Она сказала ей все равно. Мне белую. Белую? Значит, Ксюне красненькую. Одну Ксюше взяла, одну тебе. Сосульчики. Потом решишь, куда повесишь. На окно или куда-нибудь. Сегодня какое? 9-е? Бижутерия. Сегодня 9-е? Да. Вот. Ух ты. А, это такие эти... Колечко, сережки. Да, полукольца. Осторожно. Что? Поломанная? Поломалась. Как? Смотри. Ой. Это как если ты вторую проколешь сюда дырочку, можно надеть колечко вот это. Она отпаялась. Видите? Не очень качественно, значит. Надо будет цветочки снять эти снежинки повесить. Это как-то у тебя как-то это по-летнему еще декор летний. Фиона у нас как декорация под елочкой. Вместо Деда Мороза? Да, вместо Деда Мороза. Это Снегурочка. Спящая под елочкой. Посмотрим, что мы сегодня взяли. В общем, здесь у нас все для дня рождения. И первые вот такие вот у нас такие вот я взяла пакетики, чтобы нашим гостям. Когда они пойдут домой. В общем, чтобы они сюда свои сладости складывали. Это которые подружки придут к Каролине. Так, это вот 4 мальчика у Макса. И 1 девочка. Макс, тише.
У Макса 4 мальчика и одна девочка. Вот так вот. У нас будут конкурсы и будем разыгрывать разные вкусняшки. Например, вот такая вот вата. Можешь отклеить ценник, чтобы ценника не было? Знаете, я хочу сделать такой конкурс. Вот так вот выкладываются разные призы на столе. И потом они будут, допустим, бутылку с водой вот так вот кидать, ну, толкать. И где она остановится, то они и забирают. В общем, это вот тоже для конкурса. Поставить я хотела сливки. Кому-то, не знаю, полный рот сливок. Это вот хлопушки. Это не хлопушки. Как это не хлопушки? Палочки. А, палочки. Я думала, это хлопушки. Это эти что ли? Вот это хлопушки. А у нас же есть такие. Зачем мы взяли? Не знаю. Ну, ладно. Это которые фосфорные, ценник, да? Взять? А вот это? Фосфорные палочки. Не, может, оставить ценники. Это чупа-чупсы. Это чупа-чупсы. А внутри свистушки. Так, это тоже мы будем подарочки давать. Так, бутылка. С бутылки мы вытащим, конечно, целую бутылку мы не будем дарить. Я думала, что все. Нет, мы вытащим с бутылки и будем вот эти вот браслетики дарить. Хлопушки. Хлопушки. А это что за огромное? Это тоже кому-то подарок попадется, большой гамбургер. По одной штучке будем давать. Еще одна. Бабушки конфетки, коробка. Еще. Да, еще одна. О. Да, еще мы взяли такие вот свистушки. Подожди, Макс. Огромный. Это тоже кому-то может попасться. Ну, там много. Мне будет попасть это. Там много чупа-чупсов, да? Внутри? Да, наверное, или игрушки. Игрушка. Игрушка. Кому-то может. Ну, это как вот, знаешь, вот эти шарики это? Рождественские. Это мне шоколадка. Это нам тоже печенье я взяла. Там такие это упаковки, но только большие упаковки. Ага, я знаю, где вы. Делай, только надо вытаскивать бумажку. Не надо вытаскивать. Это тоже кому-то. Вот это убери бумажку, она мешает. Тоже кому-нибудь попадется и подарок? Не надо вытаскивать и бумажку. И опять палочки. А то съедет батарея. Сколько вас будет? 9 детей. Я бы все это вот мне это забрала. Это 9 детей только будет без Макса, без Каролины. Без и без вас. 13 детей будет. Милена придет? Нет, скорее всего. Чего? Не хочет, сказал. Ну, скажу, что будет. Еще взяла вот такой попкорн простой, по-моему, он соленый. Да, соленый. И вот такой вот шоколадный. Прикольные сосульки. Мама, кисал. Хочу посмотреть, как они горят. На стену как прикрепить гвоздики, да, прибить можно? Кисал. Чаем. Привет. О! Ой, прикольно, смотри, как. Не уходи, не уходи. Красиво. Куда можно их повесить? Вот кисал. Вот мои вещи. Кисунь, нравится тебе, Фион? Фионе понравились сосульки. Так, в общем, я сейчас вот так вот по стеночке прибью гвоздики, и мы будем вешать. Ну, класс. Сэр, киса! Эй, Фиона! Катсэ най! Больше нету. Чё, смотри, лапки. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch. Сразу две не получится, да, включить? Только если удлинитель. Удлинитель занят. Надо удлинитель покупать еще один. Еще два. Бабуля тоже. Зачем они тогда это сделали? Не получается. Не знаю, такие вот розетки. Как может сюда что-то воткнуться? Наверное, чтобы включать. Выключить. Да, ты можешь с помощью этой кнопки включить и выключить. О, чтобы не выключать с розетки. А тут сейчас. Мишку, зайчика обязательно. Как же их не надо прятать? Ты что? Они же тут, их же. Да. Все. Ну вот, пока так. А это? Уже намного лучше. Да? Угу. Я еще нашла такие снежинки. Их можно наклеить на стену, но только нужен скотч так сделать, чтобы он был двухсторонний. Дань тебе туда он разбросать. Давай, скотч нарезай. Скотч нарезай. Нарезай скотч, где он? It's beginning. Мама, it's beginning. 2022 год, это же год тигра. А у нас Ксюша тигренок. Между прочим, и бабушка наша тигр. Нет, у нас Макс лошадь и папа лошадь.
собака. А Каролина змея. Почему? Она змея. Она же не в год Макса родилась. Они же, у них год разница же. Тоже совпало с бабушкой. Бабушка тигр, ты тигр. А ты? Я этот дракон. А Маргарита у нас крыска. Мышка. Мышка. Вот я наклеилась. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. О. Банни! На стене у тебя будут снежинки. На, ты так вот закручивай, я буду клеить. Ты закручивай в трубочку. Так они уже не клеятся. Вообще они для стекла предназначены. Но они уже почему-то на стекло не клеятся. Поэтому мы наклеивать будем на стену. Снежинки повесили? А то какое-то было пустое место совсем, да? Да. Хоть снежинки есть. Да, киса. Пришел ребенок. Ты что не через дверь заходишь? Чего не через дверь заходишь? Заходи, быстрее закрывай. Не замерзла? Это она мои штаны носит. Она забрала у меня штаны. У меня две штуки забрала. Одни черные и вот эти. Мама, можно мне к Норе? Она меня спросила, если... Зачем? С ночевкой? Нет, просто... Прям сейчас? Откуда этот мячик? А уроки? А уроки? Нет уроков? Иди. Давай. Ты слышала? Она гавкнула. Она гавкнула просто. У нее мячик был. На. У нее мячик. У нее был мячик во рту, она гавкнула прям с мячиком. Это твой трактор? Ты на нем приехала? Он, смотри, припарковался. Я думала, это она приехала на нем. Пока. Поставила варить картошку. Думала, сварю в мундире. Передумала, решила готовить плов. Завтра что-нибудь к картошке приготовлю. Как Ксюня мне чистит морковку, я буду резать мясо. Стою, читаю комментарии под последним влогом. Чуть не спалила еду. Очень опасно. Вот. Только вот сейчас вот я сегодня влог выложила, сразу пошла делами заниматься. И не успела прочитать. Вот сейчас вот читаю только. И сердечки ставлю. Спасибо тем, кто мне желает поскорее выздороветь. Очень приятно. Очень много хороших комментариев. Почему 5-6 день не снимала? Ну, я же болела. Болела, я не снимала, потому что вообще было такое состояние. Не до съемок было. Почему Лео не хочет календарь? Ну, не хочет, не знаю, ему как-то не особо. Мы даже не обращали внимания, есть ли мужские или нет. Обычно только женские. Я мужской не встречу. Просто он сказал, что он не хочет, ему неинтересно. У бабушки новые ноготочки. Нет, еще не делали. Кстати, я себе, наверное, скорее всего, буду сегодня делать, иначе я себе точно их все поотрываю. Пересматривают ли девчонки свои старые влоги? Да, бывает такое. Ну, не каждый день, конечно, но бывает такое настроение. Даже я тоже пересматриваю. Нам в рекомендации иногда попадаются наши старые ролики. Буду я готовить, иначе будем кушать горелое. Мне нужно настругать еще морковку. И все. И буду закидывать рис. Закинула я рис. И сейчас буду заливать кипятком. И 30 минут и готово. Будем ужинать. А я не буду. Будешь. 7:30 уже. Покушаем. Все, нет, приятного аппетита. А Маргарита вообще тоже должна была прийти уже 8 часов. А что ты мои тапочки носишь? Уже 8:22. Дай мои папочки. Каролина не хочет. Она не любит плов, но значит... Это мои значит, папочки. Не любит плов. Нормально? О. Горячий. Все, приятного аппетита. Почему опаздываем? А? Опоздала на полчаса. Каролина сказала, что она не хочет больше с Максом спать на одной кровати. Ну как, у них же получается двойная кровать. Она сверху, он снизу. Я вытащу Макса кровать, перенесу в другое место. Куда? Как-то нужно шкаф придумать, куда шкаф подвинуть, чтобы у Макса кровать туда встала. Либо шкаф вот этот вот убрать коричневый, вот эту полку. В общем, я им тоже по зонам разделю комнату, чтобы была часть Каролины и была часть Макса. Потому что Макс, она злится, он играет везде, все раскидывает, и ей потом не нравится, что вот у нее грязно. Что его игрушки валяются. И таким образом будет у него своя зона, вот как у Ксюши с Маргаритой. Почти, конечно, не так же у них будет. Комната это немножко поменьше, так не получится. Но все равно по зонам я разделю. Вот, так что у меня завтра будет перестановка в детской комнате. У Макса завтра садика нет. Учительница заболела. Ты будешь меня ждать, пока я приду со школы? Я тебе помогу.
Ну, посмотрим, мне папа бедный. Поможет, потому что ты шкаф не сможешь передвинуть. Мне папа поможет. Такой пушистый шарик классный. Смотрите, как снежочек. Тебе залепить снежком? Мы хотим бабушке тоже помочь. Бонька рычит. Она сейчас меня за ногу укусит. Я точно звук должна убавить, а то это оглохнут люди. Смотрите, у нее синяя комната, а у той зеленая. Но у меня должно быть красное, а у меня зеленое. Christmas. Нет, у него какое-то фиолетовое, это не синее. Да, это фиолетовое. Марго, look, when mommy a new shrank bekommt, then it will be weg, ne? Dann kauf papi neue TV, dann bekommen wir da altes Zimmer. Короче, она сказала, когда я куплю себе новый шкаф, я этот выброшу и повешу туда телевизор. Не. За телевизор. Я тебе сказала, что у тебя большая кровать, здесь не поместится, даже не мечтай. Тогда не получится вам отделить комнату, будете спать это без стенки. Согласна? Шкафы убираем. Вот эти. Вот этого не будет. И тогда ты можешь поставить, как хочешь, вот сюда большую кровать. А я тоже хочу большую кровать. Так нечестно. Они хорошие. Вот елочка у тебя будет гореть, видишь? От нее мама, это мало. Не, нормально. Мама, хватит, я боюсь. Я уже давно ее нашла, я знаю, она там на стуле, ты мою. Мордашка ты такая милая. Она же такое большое, посмотрите, как она уже выросла. Да, мяу. Мяу, скажи. Мяу. Мама, так можно? Чего у тебя глазки-то грязненькие? Да. Киса! Все, давай, отпускай, пойдем зубки чистить и спать. Мама, можно спать? Да, можно. Смотри. Она чуть не вцепилась ему лапой. Как она вчера колбасу зацепила. Так можно? Ну и то даже это ярко. Дай! Сейчас Маргарита! Посмотри, что ты сделала! Ты мне так вчера в глаз плюнула. Она зубы хочет чистить? Вместе. Ну что, в крестики-нолики играли? Такое ощущение, что не в крестики-нолики здесь кто-то играл. Смотрите. Вот так вот. Раз, чтобы они не успели начать. Зашмах. Ай! Зашмах. Ты потеряла свои волосы. Не вставляй больше их в туалете. Так и спи. Мама, не надо нюхать, я боюсь спать. Вон тебя кошка охраняет. Так, ну что, я готова. Буду делать ноготочки. Я тебе уже этот откусила, потому что уже не могла. Больно было. Ну хватит уже бегать. А? Чего? Я вас уже покормила. И тебя, и тебя. Сидят тут. Чего ждете? Так, я себе грею молочко. И шоколадка вот у меня есть. Буду пить молоко горячее с шоколадом. В такой вот кружечке. Перейти на кухню, так как у меня не работает удлинитель и не дотягивается до стола. Я вот здесь вот стою, так вот стоя все это делаю. В общем, одну руку сделала, я их укоротила прилично, так не хочу сильно длинные. Вот одна рука готова уже. Дизайн, как всегда, в следующий раз буду делать. We'll be right back.
Завтра буду доделывать. В общем, может быть, завтра сделаю дизайн, а может быть, и позже. Да и сейчас отдыхать. Все, ребята, на сегодня буду заканчивать. Чистить зубки, переодеваться и спать. На сегодня все. Всем пока и увидимся завтра.